У Барри Алибасова объявился внебрачный сын. Барри Каримович может похвастаться не только насыщенными настоящими, но и бурным прошлым. Сегодня объявился некий Денис Гатилов, заявивший на всю страну о том, что является внебрачным сыном Алибасова. Молодой человек прошел генетическую экспертизу. По словам Гатилова, любовная связь между его мамой и скандальным шоуменом длилась недолго. Итогом нескольких свиданий стало его появление на свет. Алибасов довольно спокойно воспринял эту новость, подчеркнув, что уже ничему не удивляется в этой жизни. Шоумен и Гатилов сдали ДНК-тест, который показал, что между ними нет родства. Денис расстроился, а Барри Каримович вздохнул с облегчением, ведь сейчас в его жизни без того хватает скандалов. Так недавно 73-летний продюсер заявил, что намерен развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной, на которой женился в ноябре 2018 года. Вот что он рассказывает. «Надо немедленно разводиться с Шукшиной. В ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением дочери Ольги Лида вообще как будто с ума сошла. Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть». Чтобы быть в курсе новостей, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Услышимся.